Возле здания суда в Брюсселе протестующие развешивают детскую одежду. А рядом кукла и фотография двухлетней девочки из семьи беженцев. Неделю назад ее случайно застрелил полицейский во время погони за машиной с нелегальными мигрантами. С протестом против убийства ребенка вышли 500 человек. Я рассержен. Печально, что у нас говорят о демократии, и при этом можно убить ребенка. Это не демократия. Мы требуем справедливости. То, что убита маленькая невинная девочка, тем более возмутительно. Думаю, протест должен стать масштабнее, чтобы политики поняли, мы против таких действий. Ненормально, когда в такой стране, как Бельгия, ребенка убила полиция. Особенно если учесть, что мигранты не сделали ничего плохого. Они просто хотят жить в безопасности. По данным прокуратуры, инцидент произошел 17 мая недалеко от бельгийского города Монс в провинции Эно. Полицейские 60 километров гнались за автофургоном, который перевозил нелегальных мигрантов. При этом на машине были фальшивые номерные знаки. Правоохранители открыли огонь, чтобы остановить водителя. В автофургоне оказалось 30 человек, в том числе четверо детей. Курдская девочка Мавда Шауди, которая ехала с родителями, получила огнестрельное ранение в голову. Она скончалась в машине скорой помощи.